и чего хочешь? Я Геральт из Ривии. Мне нужно знамя Бурой Харугви. А ты кто такой? Экхард Хеннесси, знаменосец Бурой Харугви, лучшего отряда из всех, что знала Каэдвенская земля. Может, ты меня не помнишь, но я тебя прекрасно. Ха, откуда бы? Я служил в Бурой Харугви. Лжешь! Я сражался с этим знаменем под Бренной и под Вергеном. Битва под Бренной. Все нордлинги плечом к плечу против черных. Приданцы под командованием Дерюитера на правом крыле, на левом Тимерия во главе с Наталисом. Прекрасное зрелище, не правда ли? Ошибаешься. Риданские полки заняли место на левом фланге, а тимерцы встали в центре. И то верно. Возможно, ты говоришь правду. Спроси что-нибудь еще. Скажи мне, ты должен это знать. Кто возглавлял войска Нильфгаарда в битве под Бреной, а? Мэнна Кайгорн. Я начинаю тебе верить. Мэнна Кайгорн. Гончий пес Нильфгаардской своры. Великий полководец. Он еще не раз пустит нордлингам кровь. Ты согласен со мной? Смерть не пошла на пользу твоей памяти. Кайгаорна нет в живых. Под Бренной он и погиб. Ты очень проницателен. Не дал себя провести. Я сам из Бурой. Может быть, ты и сражался под Бреной. Это было давно. Я мог тебя и не запомнить. А вот под Вергеном совсем другое дело. Я не отвечаю за то, что стало с твоей памятью. Ты прав. После смерти память начинает подводить. Стыдно признаться, но я забыл, кто командовал армиями Каэдвена и Айдирна в битве под Вергеном. А ведь это был самый важный день в моей жизни. Последний. Будь так добр, напомни мне. Зельдкерк со стороны Айдирна и Вандергрифт с нашей стороны. Хорошо. Не каждый об этом знает. Обычно думают, что войсками командовали короли или чародеи. Ты наконец поверил мне? Я поверю, когда ты мне объяснишь, как тебе удалось выжить в битве под Вергеном. Жрец по имени Крест вывел нас из пламени. У него был магический медальон, защищавший от огня. Много народа уцелело? Десятка Зывика. Зывик. Лучший десятник в полку. Ты доказал, что служил в Бурой Харугви. Могу я забрать знамя? Зачем оно тебе? Оно поможет снять проклятие? Мне нет дела до проклятий. Оно не дает Хенсельту прийти сюда. Единорог вернулся? Он стоит у ворот Вергена. Благодаря тебе король сможет отомстить за Бурую Харугвь. Знамя лежит в саркофаге. Возьми его. Там же лежит меч полковника Гондора. Он может тебе пригодиться. Спасибо. Где ты оставил своего коня? Здесь нет лошадей. Верно. Я бы с удовольствием выпил с однополчанином из-под Брены, но я всего лишь дух и не могу пить водку. Скажу тебе, этого после смерти мне больше всего не хватает. Береги этот стяг. Я не выпустил его из рук даже после смерти.
прическа-то какая забавная.